Итак, всем привет, стал. Сегодня мы продолжаем проходить Darksiders 2 за смерть. Вот оно. Вот он. Это. Знаете. Так, стоп, стой, я не могу больше, надеюсь. Ну так, взаимодействовать с рычагом больше не могу, и это хорошо. Так, опять. Хорошо. Да, я не смогу пройти, к сожалению. Но мы забрали наконец-таки, возможно, забрали ключ, да? Он идет. Кто он? Где? Кто он? На так, у вас урон увеличивается с каждым разом, я не пойму. Ну, пока вроде нет. Давай восстанавливаем мне ХП таким образом. Если уж так действует. Та-та-ра-та-ра-та-та! Спасибо. Назад. Пока. Так, это я заберу. Не то. Так. Странно, сколько с одной стороны можно забирать. Так, прах у нас здесь поверху летает. Наверх. Там еще снизу что-то. Нет, да хватит падать, пытаться упасть. Спасибо. Так, а что теперь делать? А, ну вот сейчас вы решили начать появляться. Нечестно. Так. Не помню что-то. Так, ключ-то ладно, это понятно. И все? А я не помню, здесь был хоть один из этих. Как его? Из источников энергии, которые... А, ну вот и источник энергии. Ну, в принципе, непонятно, почему он не очищает. Ну, ладно. Так. Я не помню, вроде где-то был, да? Только где? Не могу вспомнить. Где-то тут был, если не ошибаюсь. А чё так нельзя? Почему так нельзя? Я же могу. Э? Я же могу, не? Могу же ведь. Если могу сюда прыгнуть и сюда пройти, значит и сюда могу, да? Ну, конечно же нет. Ладно. Придется спускаться по старинке. По старинке. Охота не по старинке, но придется по старинке. Окей. Здесь же... Нет, стоп, не здесь. Подожди, где? Я что-то... Нет. Так, очищение пошло. Наконец-таки чистая водичка и... Точно. Где-то была загрязнена. Так, стоять, остановись, не путай меня. Мне сейчас нужно в портал. Так ли мне сюда нужно? Нет, не так сильно нужно, как в другое место. Здесь был еще один проход, и где-то он... Блин, он сверху, да? Надеюсь, нет. Так, вот там. Вон там, вон там, он там должно быть что-то. Так, здесь есть у нас проход. А, стоп, да. У нас здесь должен быть проход, и мы сейчас что-то должны забрать здесь. Да, вот, чистая вода текет. А, мы сейчас за ту дверь, кстати, и пройдем. Ай, надо чешется. Ау, ой, хорошо только. О, здрасте. Что? Гном ада. Гномада? Гномадом? Гномадом, серьезно? Гном-гномадом. Ладно, загадочная фигурка гнома, оставленная гномадом. Гном-адом. Интересненько. Один из четырех. А, так вот, что там за решеткой той было, да? В городе мертвых. Так вот оно. Так вот оно как. Так вот, как это все работает, да? Так вот, зачем мне это все сделали? Ну ладно. Так, пойдем сверху.
Там вода в две стороны, стороны, скорее всего. Идет, и мы тоже пойдем сейчас в одну из этих сторон. Только в какую из, никто никогда не узнает, потому что мы пойдем в обе. Что? Ладно. Стой. Точно ничего нету. Такого не может же быть. Нет, такого может быть, но маловероятно. Да что ты такое вообще? Успокойся. Значит, с той стороны что-то есть. Ладно, пойдем на ту сторону. Точно здесь ничего нет. Ну ладно. Пошли в другую сторону. Может, там что-нибудь будет, а? Я сейчас немного затягиваю, конечно, но там, возможно, что-то интересное. И очень приятное. Так, куда нам нужно? Сюда. Очень интересно. Вперед, вперед. Ну вот, сундук. Сундук. И души, с которых ничего, к сожалению, не выпадает, но должно, но не обязано. Огонь, молния, магия. Без молнии, но огонь. Так, значит, у нас это работает таким образом, да? Влево не ходите, направо ходите. Здесь у нас плюшечки есть, а на той стороне нету ничего. Так, зато кто-то будет теперь знать. Хотя, я думаю, наверное, все знают, первая старенькая, но все равно. Но кто не проходил, будет знать, кто смотрит видос. Так, все, очистка по... А, еще посередине, что? Стоп, что? Ой, да давайте без... Давайте не начинать, а. Так, подожди. Раз, два, три. Да подожди, не то. Да подожди ты. Понятно, что я всадник. Подожди, не то. Нет. Да ладно. Подожди. Красивую казнь никто не отменял. Очень красивую казнь. Так, раз. Раз, да блядь. Раз, да блядь. Успокойся. Раз, два, три. Так, стоп. Больше, правда, нету этих? Так. Раз, два, три. Да нет. Есть, почему нет? Просто надо правильнее это сделать. Так, раз, два, три. Сука. Раз, два, три. Да, блядь. Раз, два, три. Вот она, да. Хорошо, надо запомнить. Когда он расставляет руки, можно воспользоваться еще одной атакой. Конечно же, если я не забуду про нее, то, скорее всего, так и будет. То я забуду. Давай еще одну, нет? Ну ладно. Так-то лучше. Ну здесь же чистая вода уже текет. Вы чего? Течет, текет. Ладно. Попробуем это сделать еще каким-нибудь образом. А, то есть еще одна? Ну, блин, ну ладно. У нас здесь... Давай, и две души здесь сейчас, наверное, вылезут. Нет, это... Но в любом случае, из какого-нибудь из этих двух трупов должно что-то было вылезти. Так, давайте, сейчас у нас появились содержимые когти, но я ими не особо хочу пользоваться. Вот тогда попробуем этим. Улучшить. Крит, шанс, крит, урон, крит, все такое, и вообще да. Крит, урон, крит, урон, крит, молния, у него крит, урон, крит, урон. Можно вас уже набрать здоровье за крит.
Вот это возьмем. Принести в жертву. Так, принять. Критический урон увеличился. Критический урон за удар. Так, воспользуемся еще один разочек и воспользуемся у нас. Так, это бесполезная коса. А, все, да? Так, это у нас докачано также до конца. У нас защиты здесь много, но она нам сейчас не... Да, я хочу. Просто, чтобы не занимало место, это нужно сделать критический урон еще больше, но не сейчас. Критический урон всегда понадобится, и нужно его прям... вероятность казни тоже нужна. Убийство за энергию, убийство за убийство, ой, здоровье за убийство, холод без разницы, отмени. Хотя, что там? Что это? Без разницы, слишком много одержимых оружия у нас, так что вероятность казни нам пригодится. Блин, здоровье закрыт. А, здоровье закрыт уже есть. Урон огнем без разницы. Окей, вот так вот. Критический шанс там есть какой? Какой критический у тебя шанс? Скажи мне, пожалуйста. А, у тебя нет критического шанса, я его проглядел. Ну ладно. Так, вероятность казни. Ну ладно, тогда это бесполезное одержимое оружие. Хорошо. Погнали дальше. Неудачно, неудачно оно прокачалось. Хотя урона достаточно много. Так, стоять. Я менял сейчас оружие, но оно не менялось. Ладно. Стопэ. Не надо так. Так, а теперь можно и полетать. Вперед. Так, теперь можно... Что можно? Ага. Где там у нас? Здрасте. Так, исчезает тот, и появляется этот. И погнали. Перепрыгивать не нужно. Потому что это опасно. И чревато очень неприятными последствиями. Так, надо как бы что-то придумать опять. Раз. И полетел. Там усиленная должна быть обязательно, да? Да. Так, враги, я вас чувствую. Давайте, подходите. Где ХП? Где восстановление? Где колбы жизни? Где они? Здесь будет драка. Здесь будет очень сильная драка. Давай. Я ожидаю. Тут... А, ну вот он появился, конечно. Что? Не, ты никуда не уйдешь, просто так. Все, что ли? Или не... А, не все. Еще. Так, как двое теперь? Ладно. Что-то знакомое. Я чувствую, Devil May Cry точно так же было. Ну ладно. Ну пусть будет, все, я не против. Так, это исчез, этот умер, а этот прыжок. Ну да, это примерно то же самое, что и в Devil May Cry, вот помните этого с двумя мечами. Ниндзя с двумя мечами, дайте хп. Давай! Кто помнит, тот помнит. Кто знает, тот знает, и кто правильно понимает, тот молодец. Кто не понимает, тоже молодец, так что надо будет посмотреть Devil May Cry. Да. Врагов нету? Врагов. Ну, почти. Вот так, сейчас, и вот так, да? Нет, вот так. А ну, чудо случилось, представляете, чудо. Страница. Так, 3, еще 7 и еще миллион потом других страниц для того, чтобы что? Правильно, чтобы что-то. А, куда? Так,
Ты на себя что-то. Ладно. Иди сюда. Так, я могу спуститься, секунду. За вот этот, за этого клона надо сейчас спуститься, посмотреть, что нас здесь могло ждать, но ничего нас здесь не ждет, кроме пустоты и непоняток. Так-то я заберу, пожалуй. Нам, потому что чувствую внутрь. Так, там у нас держать что-то. Хорошо. Полезно. Так. Так, в какую нам сторону? Да, в эту. Так, другой у нас будет тянуть. Тянем, 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 вырубаем. Так, все хорошо. А здесь мы опять тянем. Стоп, что? Непонятно. Ну ладно. Как вас? Что? Спокойно. Нас отвлек. Так, и еще раз. Че? Ладно, разделяем. Подожди. Я не помню. Вот, знаете, сейчас разделяю, Я вот вспомнил. Подожди, там какая фраза? Разделяй власть или нет? Я не помню. Как она вообще звучит? Ну понятно. Так, стоп, исчезнет какая? Так, исчезнет вот это. Хорошо. Так, сменить облик, отпускай. Сменить облик, погнал. Ау. Так, немного непривычно, забываю иногда, что это. Так, следуем в направлении, чтобы найти тайник в лабиринте Судьи Душ, юг, запад, восток, восток, север. Интересно, интересно. Так, а куда там это, что? Подожди. Во-первых, я хочу это забрать. Повыше. И я сделал что-то не так, да? Херню такую сделал, ну ладно. Отпускайся. Ну и ладно. Ну, предположим. Стой. Предположим. Еще раз предположим. И не, пока непонятно, для чего нам это все. Ну. Очень понятно. Отпускай. Мы не закрыты, но и не открыты от слова совсем. Или ты мне сейчас предлагаешь возвращаться сам... Возвращаться. Вот прям возвращаться. Так, я что-то сейчас вообще не догоняю. Что от меня требуется? Что вы, блин, от меня хотите? Я что-то сделал не так или как? Что, если я сделал что-то не так, скажите мне, что я сделал не так, я не пойму. М-м-м.
Тут не допрыгну, тут погибну, тут не надо. А хочу что-то. Так, это понятно, это текстурка. А теперь понять бы, куда мне идти, чтобы вернуться. Или мне не нужно возвращаться, я не пойму. Так. Еще раз, кого? Для меня это сейчас слишком трудно. Особенно сейчас я сделал такую херню. Так, что вам нужно, блядь? Что от меня требуется, скажите мне? Работы не хочешь. Ты тоже работы, не тоже не хочешь. Так, прах мне особо ничего не подходит. Попробуй отыскать что-нибудь. Ну? Ты, он мне сейчас ничего не подскажет, он будет просто везде летать, да? Что? Окей, разделяй властвуй. Сейчас узнаем. Что я делаю не так? Отпускай. Понимаю. Что я не... Да. Так, это как это вообще? Как это мне можно объяснить? Как это объясняется, скажите мне? Обратно я здесь... А, блядь. Я вернусь. Так, хорошо. То есть, ты мне сейчас предлагаешь делать это все заново, да? Да? Да. Затем сделать вот так. Там у нас остается одна. Затем сделать сейчас надо будет опять повторить то, что мы делали недавно. Так, выползай. Так, бесполезно это делать. Стоп, эп. Полезли дальше. Окей. Так не получится, да? Ну а как тогда получится? Подождите. Ну, подожди, это невозможно тогда, сука! Или возможно, блядь, подожди. А возможно и возможно. Стоп. Херню сделал. Да не сюда. Тяни на себя. Чем сюда идем, там вот так, чем вот так вот толкаем, затем выключаем, затем идем сюда, да спрыгнет. Хорошо, затем вот так вот делаем, вот правильно вот так вот сделать, наверное. Затем вот после этого мы делаем такую херню. Не делаем такую херню. Да не делайте такую херню, пожалуйста, спасибо. В другую сторону. Затем мы делаем так.
Делаем так. Делаем вот так. Вот смотрите. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Затем делаем вот так вот. Не падаем. Затем этот у нас отпускает все. Ты у нас переходишь сюда. Мы смотрим сюда. Кидаем сюда. У нас появляется портал. Этот мы убираем. Этот мы возвращаемся там. Потихоньку возвращаемся. Идем, 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 идем. Прям возвращаемся, не возвращаемся. Не возвращаемся полностью. Сейчас мы немножко пройдем наверх. Делаем вот это так. И возвращаемся на это. И крутим, крутим рулетку. Сука. Отпускаем, и у нас включается там. О, да. Сука, как же... Да. Как же это было немножко глупо, легко и одновременно запарно. И куда мне? Не, ну ты сейчас издеваешься, да? Окей. Следующий, где там? Портал? Спасибо. Все, очищение пошло, та вода очищена. Мы сейчас идем в библиотеку, если я не ошибаюсь. Ну, библиотеку, как там его? Ну, чтобы нам объяснили, где взять ключ. Если я не ошибаюсь. Так, а там это да, а там вот так вот, хорошо. Так, всех мы уничтожили, мы... Да, ё-моё. А спокойнее. Просто нужно быть немножечко спокойнее от слова совсем. Быть, нужно быть спокойным, как... Я не знаю, черепахи спокойные? Насколько черепахи спокойные? Или ленивец спокойный? Или спокойные, как ленивец? Кто самый спокойный у нас из животных? Почему из животных? Ну, потому что, ну, с людьми сравнивать такое себе. Ну, не особо. Так, что оно здесь на дне? Оно не может быть что-то интересное. С людьми сравнивать это как... Не знаю. Не надо. Я не думаю, что есть прям ультраспокойные люди. Вот настолько спокойные, что их ничего не трогает в жизни. То есть... Ничто ему не скажешь, его такой... О, вообще неинтересно. Ты что-то сказал? Нет, я... Ну, то есть, есть, конечно, люди пофигисты, пофигуисты и все такое, но... Чтобы быть истинным, нужно делать так, чтобы тебе было вообще на все насрать. Даже на то, что ты похуист. А это и дело. Даже ты должен не дышать уже, то есть это невозможно почти. Почти, ладно. Слово почти. То есть дышать, ладно, дышать перегнул, конечно, палку это такое. Так, у нас здесь открываются ворота какие-то. Что открывай? Вода чисто. Вода очищена. Какая она интересная. Холодная, горячая, как думаете? Думаю, тепленькая, тепленькая. Прям тепленькая. Разрушим все. Или нет? Ну все. Тут у нас чисто, мы почти... Кстати, а почему они так не додумались очистить, очиститься от порчи? Это так странно. Мне плюс никто не мешал, когда я чистил. Или... Ну, то есть, в тот момент, когда только началось само заражение. Почему они с того момента не начали все очищать? Это так странно. Окей, где там у нас там? Полетели что? А здесь... А зачем? А куда? Ай-яй, да? Ну ладно.
А, нет. Мне не сюда. Так, взял? Так, перепрыгнуть мне понятно. Хорошо. Полет и немножко пробежимся. Сейчас бы было ой, как весело, если бы он не побежал по стене. Это было бы так замечательно. Вы бы почувствовали кайф. Такой кайф. Чисто падение вниз. И все. Больше вы ничего не почувствовали бы. Немножко разочаровались бы в игре. Именно в моменте. Ну ладно. Смерть так. Близко! А. Покажись, смерть! А, ты заболел. А ты что не заболел? Зачем ты заболел? И чем? Ну ладно. Склонись! Вот. Так, подожди. Ну ладно, может так. Нет, так долго будет. Спокойней. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ау. Так, подожди, а как мы с тобой... Да? Подожди. Давай. Ой. Я не заметил портала в самом начале, так что... Получается так, что я сейчас получил немножко, немножко урона, хотя... На всякий случай. Знаешь ли, что ты сейчас делаешь? Ты делаешь нечестно. Потому что ты теперь не один. Я был один. Ау. Ау. Ой, неприятно. От своего, от себя же получил. Обраточка. Ау. Да, кто это такой? Прекрати. Я здесь? Да ладно, тот стань. Может, смерть, блядь, попади. Блядь, смерть. Иногда ты такую хуйню делаешь. Может я... Что? Может я мажу? Я не отрицаю. Вроде у него автонаводка, так что... На всякий пожарный случай, потому что фиг знает... Не понял. Фиг знает, что он делает. Бля, хуйню сделал. Не понял. Куда... А, ну, всё. Ау, блин. А, подожди, обновление. Погнали. Полетели? Не полетели. Не особо пойму. Все равно не особо пойму. Так? Ну ладно. Все. Нет, не все. Где находится ключ? Пощади, всадник! Где он? Пожалуйста, я все расскажу. Это все хаос. Даже самого благородного из нас покинул рассудок, и он взялся за меч. Это случилось с Архонтом. Это случилось со мной. Архонт. И все из-за этого проклятого бассейна. Ими неспроста запрещали пользоваться. То, что он в нем увидел, повредило его разум.
От него начала распространяться порча. Он устроил в этом замке настоящую бойню, претендуя на свою чистоту. А потом Архон сбежал в Хрустальную башню. И забрал с собой ключ. Так, Мортис. Мортис — это наруч, сочетающий защитные доспехи и оружие нападения. С древних времен Мортис защищал своего владельца от любых атак, направляя точный разряд смертоносной энергии в противника. Интересно. Кто живой? Давай поговорим. Архон называл тебя книжником. Меня зовут Джамейра. Когда-то я был старшим писарем в цитадели Слоновой Кости. Я записывал факты из прошлого, настоящего и переменчивого будущего. Я обладал даром ясновидения. Смотреть чужими глазами. Немногие ангелы могли смириться с этим даром. Даже у воинов небес есть свои секреты. Архон хотел их узнать, но он увидел слишком много. Как Архонт может быть порченным? Что-то темное пустило в нем корни. Воспользовалась им как марионеткой, чтобы распространить черную ненависть. Возможно, это скажет о многом, но мы не уловили разницы. Это все сделала порча? Нет. Здесь произошло сражение. Я до сих пор его вижу. Архонт отражал атаки порченных. Его удары потрясали город. Молись, чтобы ты оказался крепче камня, если в будущем столкнешься с ним. На изи. Только нужно будет немножечко пополнить количество баночек восстановления. И можно, в принципе, заканчивать. Здесь закончим. Вот прям посерединочке. Вот так. Вот того, чтобы его было видно. Вот так вот. Он отдыхает, мы стоим, все хорошо. Ладно. Итак, всем пока, с вами был Сталс. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.